готовится к поклонению. И должна вам сказать, что ни в одной религии мира супружеские узы не возведены нам к поклонению. Конечно. Предпочтение семейных интересов лично не что иное, как жертвенность, которая высоко ценится в исламе. И ряд таких достоинств, как, например, милосердие, великодушие, терпимость, мягкость, любовь, сочувствие, забота, прощение, невозможно проявить и приобрести в полной мере, не создав своей семьи. И сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: одна молитва с двумя коленопреклонениями, совершаемая женатым человеком, более угодна Всевышнему, чем ночные молитвы и дневной пост, совершаемый неженатым на протяжении всей жизни. Поэтому, молодые люди, кто еще не обзавелся семьей, спешите. Ну а я спешу объявить о следующем мунаджате в исполнении Фасхуддинова Рината. Это